Всем привет, дорогие друзья! Я Сейчас продолжим наш квест. Так, на четверых поиграем, потому что надо. Так, нашего любимого. О, вот он. Так. И нас тут еще трое, а не первого уровня, мы уже третьего. И скоро нужны эти карты. Нахуй это 2х. Ну что, сейчас будем, я тогда на ней покажу. Так. И начинаем. Так, первый ход мы получили 25 золота. Так, другой ход у вас золота. Другой. Золото. И другой. Золото. Так, во-первых, так мы постреляться так немного. Так, ой, нет. Чонг-джамп, как тебе? А он сам прыгает, точнее. Ой, вообще надо сутку, вообще я не умею сутку управлять. Не умею, я вообще сутки не очень, вообще. Нет! Все, переборщил. Получили 20 золота, но думаю, сойдет. Самое первое место. Так, что у нас дальше? Он сходил, получил там 28 золота. Другой 30. Другой еще 40, и он дал. Ну не получил маску. Так. Фух. Так, берем вместе снова. И что там с другими происходит? Другой по драке, он потерял 2 золота, то есть все свои денежки можно лететь. Это что? Он получил 15 золота на 3 штуки. А я хочу подарок. С тобой. Ничего не знаю, что он сделал. Так. Так. 3, 2, 1, 0. Не, в общем, выиграем денежек. Ой, да. Ну, это я, конечно, не очень люблю, но не теорит. Потому что... Да, я думал, он пробьет дерево. Чё? Кусок материться дерево не пробьет. Так. Так. Так что мы ходим. Мы получаем 10 монет. Так, что там остальные у нас творят? Он получает 39, ну как так? Стоп, заморозки сыпкус у нас. Он с ним вышел, ну чё? Он на деньги получил 30 монет, у него 100? 100 голда! Бади! Фак! Мы должны по 4 уровень и покачаться ещё. Он всегда с ним молодец. Опять заморозки, но мне ему нравится заморозки. Денежки, я сижу на заморозке. Просто куда нуль денег не может пройти, но проходит, пока у него не уйдет маска. Так вот заморозки. Это все денежки на первом месте. А я тут. Я лучше подерусь, я хочу. Да бабу, как я мог потерять две жизни? Так. Ну, блин. Как я могу быть на втором месте, блин, потом все это сделал, все. Сейчас нужно всех завалить, получить денежки, с кем я меняю, с кем, с ним. Ну и на что вы там деретесь? На деньги! А что за меня не стук, что же вызывать на деньги? Я тоже хочу сыграть на деньги, а вот вообще ходи назад. Ну, может, 200? Фак. Чё? Я начинаю звонить? Фак! Так, все, снова. Опять нет. Ну все, я проиграл. Если сейчас меня на бой вызовет. Вот лошара. Так. Вот лошара. Лошара, такая хрена шестерочка. Я получил денежки.
ходит, 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 сбежать за помощью. Нет. Все, я еще сделаю вот это вот тут и все. Я хочу обогнать их. Иди тут в морозке. Чё? Для меня. Ну блин, только на деньги, только на деньги. На заморозку, офигенно. Так. О, сундук. О, везёт уже. О, 15. Ну, вот эти 15. 25. Совсем немножко больше, чем у меня. Я еще один так, сейчас я буду драться. Сейчас я буду драться. Вот с этим. Да что ты? Блин, на деньги хочу. Блин, на деньги ко мне булава. Нет, 248. Плюс 20. 10, хи-хи. Вообще заморозка стоит. Нет, еще я продул. Еще на первом месте. Хреньте, деньги не имеют значения. Понял? Понял, сказал. Ты на втором месте, а деньги значения не имеют. Так. Оп, оп. Во, к тому же. Во, к тому же на первом месте. Мне уже одна фундалилась. Вон ты сидишь в заморозке. Ты, кажется, ушел в заморозке. И ничего не получил. Ты получил, не знаю, чё. Так. Я сейчас подерусь с тобой. Ахахаха, это он почти дошёл до конца? Да. Это он туда? Да. Всё? А нет, не он. Я был по рукам глотом. Ну что, там веревочек на смерть? Да. Как там кого выиграть? Не представляю. Там еще клиник выиграть немного. А, ну чё? Ой-ой-ой-ой-ой, я всегда это выигрывал. Не-не, я должен выиграть, я должен выиграть точно. Я должен выиграть! Я вам отвечаю, я должен выиграть. Я всегда это выигрывал, я должен выиграть! Давайте, у меня уже одна сандаль есть. Ха-ха. Так, дядя, ты первый достиг плана. Ну, молодец, молодец. Больше не был я. Ну, молодец, молодец. У меня было больше всех побед. Я молодец, молодец. У меня было больше денег всех в этой штуке. Ну, молодец, молодец. А у меня было больше всех масок. Ну, молодец, молодец. И победитель. Нет. Все. Четвертый уровень. Нет, кармана. Так, стоп. Нет, другой значит. Атаку. Тут нету атаки. Вот. Тут атаки нет. Тут атаки нет. Вау, и чемпион открыл. Ну ок. Так. Че, мы съели четвертого уровня прикольного такого. О, тут хочу купить. Так. Сейчас так, это 10 армор, это 7. Конечно, все вот такое оденем-то. Как не одеть-то? Ну что тут из лишнего уровня? Вау. Кто тоже хочу купить вот это? Такие вот наплечники. Так, а у тебя же для мэджика есть. Ну куплю себе фаербол, чем.
Так, все, возьмем его. Сколько у нас денег осталось? 70 монет. Ну, сколько у тебя ружья, черт ловала, у нас есть. За 70. Нет, точно нету. И четвертый уровень там же вроде есть. Могу купить чит, но не, я лучше две оружки. Так, ну все, мы прокачались. Выходим. И на этом заканчиваем. Мы тут первый видео. Можете подписаться, поставить лайк. А с вами был Creeper World. Всем удачи. Всем пока.